Так, мамуля, привет. Вот поднимаемся по чистенькой лестнице на второй этаж, чтобы показать, как я здесь прибралась. Ой, ты посмотри, как красиво здесь. Вот, там половинку осиного гнезда убрала. Помыла здесь пол, ковер почистила. Вон бабушка забирается. Ух ты, и тут можно даже и тут полежать. И тут. Ты отсюда перебралась, этот матрас, сюда? Нет, он тут лежал тут уже. А я его туда разместила. Его, наверное, перенесли. Наверное. Вот, еще там протерла шкафчики от пыли. Ага. Здесь я помыла стекла, вот эти вот зеркала. Вот еще я картину немного починила. Ага. Помыла пол под диванчиками этими. Там было много лепестков, ага, и блесток от обоев. Что, вот здесь вот заправила все. Протерла пыль в этом шкафчике. Наверное. Подоконник протерла. Вот то этот подоконник протерла. Даже вон там протерла за кроватью. Бабушкин вердикт. Красота. Ты задирала коврик маленький? Да, задирала. Я его и сам ковер почистила. Молодец. Ну что, все, вместо Машульки навела порядок. У нас Машулька раньше тут, теперь Надюшина царство. Угу. Государство. Вон красота.